Режим прекращения огня на Донбассе, который за полгода минимизировал количество жертв военных действий, постепенно сходит на нет. Ворожий снайпер поцілив у нашого 23-річного бійця. Важке поранення дістав український захисник сьогодні на передовій. Це сталося близько 13-ї години на наших позиціях в районі Торецька. Прифронтовий Торецьк. До лінії соприкосновення здесь около 15 кілометрів. Місцеві жителі говорять, в останнє время все чаще знову почали слышать звуки взривів. Здесь мечтають о продовженні перемир'я, но не вірять, що це возможно. Никогда перемирие бывает, но стреляют все время. Может ничего, а потом начинается. Вот дня три назад хорошо было слышно со стороны Зайцева и хорошо прям так по ушам давило от выстрелов. Да хорошо били, не простыми. Не, с того времени, когда перемирие, конечно, меньше. Ну, у нас уже давненько так тут. Это лучше всего не здесь, а на окраинах города, который ближе к линии фронта. Там это слышнее и виднее. Одно время было тихо совсем. Вот. А так как-то было, особенно нам, там вот туда поближе, там нам слышно хорошо. Нет, конечно, слышно. Очень даже слышно. Как часто, каждый день. Да. Но летом было тише, а сейчас сильнее. После летнего и осеннего затишья за декабрь, январь и начало февраля среди украинских военных, по данным ООС, 7 погибших и уже более 20 раненых. Звісно, якщо порівнювати, наприклад, кількість обстрілів чи якихось зіткнень бойових цього лютого цього року і лютого минулого року або січня минулого року, звісно, різниця велика і можна говорити про замороження конфлікту навіть. Але якщо порівнювати буквально там два місяці тому або місяць тому, то дійсно ескалація відносна є. В начале года особенно активизировалась работа снайперов-боевиков, а постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил. Такие грубые нарушения со стороны российских вооруженных формирований, как применение 120-миллиметровых минометов 8 февраля вблизи Південного или снайперский огонь, который уносит жизни украинских военных, к сожалению, не вошли в отчеты СММ. В украинской делегации ТКГ говорят о фактическом срыве перемирия. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Поэтому мы должны быть готовы к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора. Мы, в принципе, разумеем, что происходит. В принципе, разумеем, что режим припинения в огню потребен только нам. Мы разумеем, что его хотят сепаратисты взорвать. Мы это разумеем. По мнению философа Михаила Минакова, сам конфликт между Украиной и неподконтрольными территориями является источником легитимности для этих квазиобразований. И тактическая, и стратегическая составляющая говорят, что войны не хотят, но и прекращение конфликта не нужно. Это как раз ни мира, ни войны, это лучшее условие для существования этих непризнаних государств. Справді, ескалація на фронті існує, спровокована вона в першу чергу російськими окупаційними військами. Мета її посилення, причому в такому авральному режимі, посилення тиску на вище політичне керівництво України, щоб примусити їх, щоб не допустити ухилення України від того вектору, на який Росія намагається її направити, і пришвидшити, протиснути прийняття тих рішень, на яких наполягає Росія. В четверг Совет Безопасности ООН, созванный по инициативе России, посвятил заседание 6-й годовщине Минских договоренностей. Россия в который раз использовала площадку для обвинений в сторону Киева. Вместо выполнения Минских договоренностей мы слышим из Киева прежние, простите, сказки о продолжающейся российской агрессии. Но никакой поддержки среди других стран российский представитель, похоже, не получил. Британия, Ирландия, Норвегия, Франция и Бельгия по итогу заседания в который раз призвали Кремль прекратить разжигание конфликта на Донбассе. Россия вторглась в Украину, в Крым, на восток Украины. Это было преподнесено Россией как внутреннее восстание. Но мы знаем из уст самого президента Путина, который наградил российских солдат, принимавших участие в этих наступательных операциях, что именно российские военнослужащие вторглись в Украину и в Крым.
Немецкий представитель в ООН отметил еще несколько базовых пунктов Минских соглашений, выполнение которых именно российская сторона саботирует. СММ ОБСЕ все еще не имеет полноценного доступа для мониторинга на оккупированных территориях. Их также не пускают на неподконтрольные Украине участки границы. Россия так и не отвела свое тяжелое вооружение на необходимое расстояние. Вероятность каких-то активных военных действий России против Украины, хотя она всегда существует, после 2014 года мы всегда должны это держать в уме. Риск такой всегда существует. Но на данный момент, в ближайшей перспективе, я думаю, что вероятность такого сценария минимальна. Украине придется искать выход из замкнутого круга обвинений и относительной эскалации конфликта. По мнению ряда экспертов, есть несколько компромиссных вариантов, которые вполне могли бы вывести переговоры из тупика и даже дать ход урегулированию. Но для этого Россия должна пойти на компромисс в вопросах контроля над границей и внесения особого статуса Донбасса в Конституцию Украины. В этот тупик переговорный процесс возвращает Россия. Это вопрос о контроле над границей. В чем здесь речь идет о компромиссе? Украинская сторона же не предлагает, чтобы ей сразу до выборов передали контроль над границей. Речь идет о совместном контроле с участием международных наблюдателей, но так, чтобы граница была закрыта до выборов. Иначе ни о каких нормальных выборах речь не может идти. Тупик в переговорах все больше очевиден, и эскалация на фронте тому доказательство. И если на корректировку Минска Кремль не пойдет, то, по мнению политолога Владимира Фисенко, Украина может прибегнуть к двум крайним тактическим шагам в переговорах с Россией. Что мы видим в последние недели? Активизацию темы НАТО, вступление Украины в НАТО. Это тоже сигнал России. Если вы заводите переговоры в тупик, то мы тогда разворачиваемся, идем на Запад и будем укреплять свою оборону. Вторым и радикальным шагом, который ранее уже озвучивал и сам Зеленский, представители украинской стороны могут предупредить об отказе от модели урегулирования конфликта в виде Минских соглашений и признать их неэффективными. Это такая как бы игра на грани. Неполный отказ. Не отказ в полном объеме, что мы там выходим, разрываем. Это предупреждение о том, что мы можем это сделать. Многое будет зависеть в ближайшие месяцы от позиции Германии и Франции. Выведение переговоров из тупика, как это было и раньше, во многом зависит от Германии и Франции. А тем временем отношения между Россией и Европой накаляются по всем фронтам. Причина тому – поведение Кремля не только по отношению к Украине. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после своего недавнего визита в Москву заявил, пока не будет реализации Минских соглашений, нормализация в отношении между ЕС и Россией не произойдет. И только заявлениями официальная Европа, похоже, не ограничится. Там до конца февраля могут ввести против России новые персональные санкции. В ответ на это глава российского МИДа Сергей Лавров ответил готовностью Кремля разорвать все отношения с Европой. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни. Но надо быть готовым к этому. Хочешь мира, готовься к войне.